22 апреля депутат Государственной Думы Владимир Кононов подал документы на участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму Российской Федерации. Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля. Процедура предварительного голосования «Единой России» состоится с 24 по 30 мая в электронной форме с подтверждением личности через портал госуслуги. Владимир Кононов подчеркнул, что стремится быть полезным ульяновцам. Часто бывает в нашем городе и уже наметил себе ряд важных задач. Надеюсь, что мой опыт и знания пригодятся жителям Ульяновской области. И я, если пройдет все нормально и буду победителем и представлять в Государственной Думе Ульяновскую область, буду полезен, ну и сделаю все, что от меня зависит. Владимир Кононов поделился своими планами в сфере развития научной и материально-технической базы вузов Ульяновской области. Буквально сегодня мы разговаривали с ректором Политехнического университета Надеждой Глебовной. Мы проговорили о том, что займемся не только созданием технопарков студенческих, о чем вчера на послании говорил президент России Владимир Путин, но и ремонтом общежитий. Поэтому мы будем делать и большие дела, и малые.